А теперь красочные кадры из Петербурга. Царское село там засияло сотнями разноцветных огней. В музее-заповеднике прошел яркий во всех смыслах праздник «Вечер света», который является символическим прощанием зимы. Собрались сотни жителей. Главная аллея Екатерининского парка, павильоны, пруды и деревья преобразились в один вечер. Также гостей развлекали театральными постановками и огненными шоу.